Исполнилось 86 лет Магнитогорскому металлургическому комбинату. С днем рождения родного предприятия весь многотысячный коллектив и ветеранов комбината поздравил председатель совета директоров ПАО ММК Виктор Рашников. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, поздравляю вас с днем рождения Магнитогорского металлургического комбината, говорится в поздравлении. Индустриальный пейзаж магнитки со дня ее основания формируется вокруг доменных печей, с которых началось биение стального сердца Родины. Они и сегодня задают производственный ритм нашему славному предприятию. По ним мы ведем отсчет истории легендарного металлургического комбината вместе с доменщиками-металлурги всех специальностей единой семьей куют мощь нашего родного края, увеличивая промышленный потенциал всей страны. День рождения ММК – это праздник всего нашего прославленного коллектива, многочисленных трудовых династий, богатых заводских традиций, высокого профессионализма и технического прогресса. Свой 86-й день рождения ПАО ММК встречает как современная во всех отношениях и стабильно работающая компания, как один из ведущих металлургических комплексов России и мира. Сегодня комбинат успешно решает сложнейшие задачи в таких ключевых областях, как технологическая модернизация, импортозамещение, создание современных и высокопроизводительных рабочих мест. Уважаемые металлурги, в день рождения комбината сердечно благодарю вас за личный вклад в развитие нашей компании, сохранение профессиональной преемственности, повышение конкурентоспособности ММК. Уверен, впереди у нас с вами новые масштабные достижения во славу магнитки, во славу Родины. Желаю вам неиссякаемой энергии, новых трудовых рекордов, профессионального роста и житейского благополучия. С днем рождения, магнитка! Конец цитаты.